Виновник резонансного ДТП в Барнауле, в ходе которого погибла женщина и двое маленьких детей, известный в узких кругах бизнесмен Александр Руденко. Ему только за последний год 8 раз выписывали штраф за превышение скорости. Напомним, смертельное столкновение произошло в центре Барнаула накануне поздно вечером. Его спровоцировал нетрезвый водитель BMW X6. Он в аварии не пострадал, но зато пассажиры другой машины, 34-летняя женщина и 2 девочки 3 и 5 лет, погибли. По словам очевидцев, предполагаемый виновник ДТП был пьян. Водитель BMW от медосвидетельствования на месте дорожно-транспортного происшествия отказался. Он привлечен к ответственности в соответствии со статьей 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сейчас 33-летний барнаульский бизнесмен, что является гендиректором и одним из соучредителей алтайской энергетической компании, задержан. Заведено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы и исследования. Отметим, он и его жена удалились из всех соцсетей.